Ужасно интересно все то, что неизвестно. С этих слов и веселой песенки начинался любимый всеми советскими детьми мультфильм «38 попугаев». В театре «Огниво» решили поселить главных героев известной истории Григория Остера в своем кукольном доме. Мы всегда ищем, чтобы название репертуара было каким-то хорошим, звучным, сразу бросающимся в глаза, привлекающим зрителя. Ну, а в любом случае, должен быть проверенный материал. Григорий Остер – это проверенный материал. Поэтому здесь все совпало. Звучное название – хороший автор. Спектакль о том, как измерить длину удава, доверили Элистину Михайлову. Это не только дебют молодого человека, но и дипломная работа начинающего режиссера. Всего за 8 репетиций родилась эта музыкальная, добрая и веселая постановка. Самое главное затея спектакля, что если у тебя есть друзья, то тебе ничего не страшно. Никакая проблема, все вместе можно решить, и не нужно отчаиваться, не нужно ничего бояться. Не только не бояться, но даже не волнуются профессиональные артисты, работая с дебютантом. Спокойный художественный руководитель театра, потому что начинающий режиссер заканчивает тот же институт сценических искусств, и даже основы и секреты профессии им рассказывал один и тот же мастер. Знаете, зачастую это бывает очень даже интересно, потому что свежий взгляд, так скажем, не заштампованный еще временем и постоянными постановками режиссера, они всегда как-то свежо смотрят на материал. В любом случае, неважно, детский это спектакль, взрослый. И вот сейчас получился прекрасный спектакль. Спектакль «38 попугаев» поставлен в рамках партийного проекта поддержки театров малых городов. Музыкальная постановка будет интересна для всей семьи и самым маленьким поклонникам кукольных артистов. Премьерные показы состоятся уже в ближайшие выходные. Дарья Линская, Денис Петров. Информационная программа «День».